Стереотюнер цифровой фирма Aurex Toshiba, модель ST птица V50. Значит, аппарат имеет на борту FM AM тюнер, то есть FM это понятно, от 87,5 до 108 МГц, а AM это средние длины волны, даже ловить не буду. Не упрашивайте, ничего там не ловит в Питере. Одну какую-то станцию, только время тратить. Значит, загорается красивым свечением, таким. Вот. Это станция Эрмитаж 90.1. Небольшой у нее сдвиг, но это бывает такое в тюнерах. Плюс 5, например, там, если 87,5, она будет 87,55 показывать. Это не беда. Главное принимать стерео, моно, вот, пожалуйста. Стерео, моно, стерео. Вот, значит, ну что тут рассказать. Вот стерео, моно переключить, FM, AM, и вот, ну, включить, я его включу. Он работает, но да, он ловит, когда ловит, все это пищит. Пи-пи-пи-пи. Какой-то у него там диммер стоит. Это поиск вверх, это вниз. Это станция в памяти. Ну, давайте, допустим, пробежимся, заблочит меня. Нет, я тут настроил. Могут за него. Это, ну, как 90.1, давайте половим побольше, чтобы показать, что это не японский стандарт, а настоящий стерео, 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 стерео. Ну, соответственно, это уровень сигнала, чем больше градации, тем лучше. Сейчас мы еще найдем такую станцию. Ладно, не знаю, что тут как. Я только слушаю Эрмитаж, ничего более. Ну, допустим, вот Memory и 8 ее только прописали. Вот это у нас 90.1. А это вот то, что Лавуду сейчас прописали. Не знаю, что за станция. А, Эльдорадио. Ну вот. Тюнер такой интересный. Не совсем легенький, не пустышка. Форм-фактор, смотрите, вот это 420, это значит у нас получается 330. Или 360. Точнее замерю. А в Авито в описании укажу, какой у нее размер. Вот так вот выглядит сзади. Производство Япония. Вот такой сильный номер. Вот. Вот питание 220 вольт. Поставить где-нибудь на книжную полочку в кабинетик, и будет вам счастье. Так, ну ладно, хватит на этом. Вот такой тюнер Aurex Toshiba ST V50. Птица В. Не дубль В, а V. Птица. Спасибо.